Уважаемые зрители, почетные гости, спортсмены и тренеры, внимание! Мы начинаем торжественную церемонию открытия 28-го международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин. Мир меняют люди». Фильм «Иван». Кадры, которые вы сейчас видели, это основа будущего произведения про великого борца и удивительного человека. Работа над фильмом продолжается. А сегодня в Красноярск приехал исполнитель главной роли Ивана Ярыгина, актер театра и кино, мастер боевых искусств, наш земляк Владислав Демин. Алексеевна Ярыгина. Никогда еще мир не стоял на пороге таких больших перемен. Наша жизнь меняется, но только потому, что мы не можем оставаться прежними. Это уже не раз было в истории. В особые времена всегда появляются люди, которые меняют наше представление о самих себе. Эти люди задают новые ориентиры, открывают возможности будущего. Эти люди меняют мир. Именно таким человеком был двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Иван Ярыгин. Возможно ли, чтобы деревенский мальчик из многодетной семьи стал мировой звездой? Мечтал ли об этом
маленький Иван. Своей силой, упорством, каждодневным трудом он доказал, что в Сибири живут настоящие мужчины, а его имя стало известно во всем мире. Имя Иван Ярыгин. Я знаю, будет нелегко.
боюсь, кто из нас пройдет финал, определит игра. Слышишь шум трибун, все, пора. Настойчивый, упертый, так было с детства. Горячая кровь, храброе сердце. Со мной команда, трусом в ней не место. Реальный чемпион тот, кто бьется честно. Уважение придет через кровь и пот. Настоящие мужчины выбирают спорт. Адреналин по венам и боль пройдет. За команду, за страну, только вперед. Готов к труду, готов к обороне. Город Красноярск, нас не догонят. Главная битва впереди, будет нелегко. Еще до старта далеко. Победа близко, и я к ней иду. К ней иду. Нельзя мне проиграть эту игру. На самый верх или я упаду. Я знаю, будет нелегко. Я знаю, будет нелегко. Победа близко, и я к ней иду. К ней иду. Нельзя мне проиграть эту игру. На самый верх или я упаду. Я знаю, будет нелегко. Мне так много, надо тебе сказать. До главной победы путь сложный. Меняя стереотипы о невозможности появления олимпийского чемпиона в Красноярске, они прошли длинную дорогу, наполненную радостью открытий. Что это было? Везение или судьба? Когда Иван Ярыгин встретил своего главного тренера и на ковре, и в жизни, Дмитрия Георгиевича Мендиашвили. 1972 год. Мюнхен. Летние Олимпийские игры. Никогда прежде не было такой блестящей победы. Иван Ярыгин уложил всех своих соперников на лопатки за рекордные 7 минут и 20 секунд. Это меньше, чем длилась бы одна схватка. Но победа может скружить голову. Кажется, что все уже сделано, и можно отдохнуть. Однако настоящего чемпиона отличает то, что он вновь готов идти трудной дорогой, чтобы доказать себе и другим, что победа не была случайной. Через 4 года в Монреале Иван Ярыгин завоевал свою вторую золотую олимпийскую медаль. Любовь-то какая, а, Наташка? Прям как у нас с тобой. Господи. Какой же ты большой. Одновременно маленький. Руками не прикрыта голова. Это не защита. Схватка длится вечно. Падаю опять и не хочу вставать. Пусть уже убьет, мне даже крикнуть нечего. Все равно я встану и точно знаю, буду бить. Все равно я встану, можно только стоя быть. Все равно я встану и точно знаю, буду бить. Все равно я встану, можно только стоя быть. Концовку отменили в этот раз. Сегодня на меня уже никто не ставит. Предательски зачем так капает из глаз? Пускай я не герой, зачем со мной?
можно только стоя быть. Все равно я встану. Победа меняет все. Тот, кто прежде был неизвестен, превращается в героя. За каждым героем стоят люди, города, страны. Победа одного вдохновляет тысячи. Спортивное золото переплавляется в ценности всего общества. Там, где раньше был закрытый промышленный город, появляется развитый современный мегаполис. Победа меняет мир, а мир меняют люди. Человек, который сам построил свою судьбу. Чемпион, зарядивший многих на победы. Иван Ярыгин прославил свою родину, свою страну. Теперь настало время новых победителей. У каждого есть возможность добиться космических высот в борьбе, в спорте, да и просто в жизни. Потому что люди меняют мир. А победа неизбежно будет за нами. Открытый.
закрыты двери, разделены шансы поровну. Выходит, жизнь это просто такая игра. И как бы временами не было трудно, но рук опускать нельзя. Найди минуту, посмотри вокруг, с тобою твои друзья. И победа за нами, да, победа за нами. И победа за нами, да, 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 победа за нами. И победа за нами, да. Сначала что-то не получается, но если верить в удачу, она придет. И как бы временами не было трудно, но рук опускать нельзя. Найди минуту, посмотри вокруг, с тобою твои друзья. Задачи разной сложности. Если держаться вместе, все будет хорошо. И невзирая на судьбы выкрутасы, друзья навсегда с тобой. И все становится простым и ясным, когда миром правит любовь. И победа за нами, да, победа за нами. И победа за нами, да. Кыргызстан.
Глуховатогорье. Российская Федерация. Америки. Узбекистан. Япония. Красноярский край. Для приветственного слова и открытия турнира приглашаются губернатор Красноярского края Виктор Александрович Толоконский. Президент Общероссийской общественной организации Федерация спортивной борьбы России, член Бюро Международной Федерации Объединенный мир борьбы, олимпийский чемпион Михаил Геразиевич Мамиашвили. Представляется Виктору Александровичу Толоконскому. Уважаемые участники, дорогие гости, дорогие земляки, позвольте мне от имени Организационного комитета всех жителей Красноярского края поприветствовать всех участников и гостей 28-го турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-при Иван Ирыгин. Для нас большая честь организовывать и принимать этот представительный спортивный форум. Приезд спортсменов из 17 стран мира, из всех ведущих держав, известных в вольной и греко-римской борьбе, это знак уважения к великому спортивному и человеческому подвигу Ивана Сергеевича Ирыгина. Красноярцы всегда гордятся подвигом своего земляка. Именно Иван Сергеевич Ирыгин заложил основу замечательной школы борьбы Дмитрия Георгиевича Мендиашвили. Мы желаем Дмитрию Георгиевичу скорейшего выздоровления, здоровья и много-много сил. Пример Ивана Ирыгина в тех чемпионах, которые прославляли и прославляют Красноярский край. Здесь в зале трехкратный олимпийский чемпион, герой России Александр Карелин, и его спортивный подвиг тоже связан с именем Ивана Ирыгина.
здесь великие тренеры, великие спортсмены. И я хочу пожелать всем прекрасного спортивного настроения, замечательного праздника вольной борьбы. Всем участникам желаю честной борьбы и честных побед. Всем гостям Красноярска желаю приятного пребывания в нашем городе, чтобы Красноярск всегда был вашим городом, который всегда вас ждет и любит. Всем красноярцам я желаю здоровья и побед над собой. Мир меняют люди. В добрый путь! Dear guests and participants of the 28th International Tournament in Freestyle Wrestling among Men and Women, on behalf of myself and on behalf of the organizing committee, I'm honored and I'm happy to greet you here at this event. The name of Ivan Irigin has glorified Krasnoyarsk land forever. Let us wish to the chief coach of Ivan Irigin, Mr. Mindiashvili, wish health. I am proud to say that here in this hall we have the Olympic champion Alexander Karelin. And also I would like to wish to all the participants and all the wrestlers of this tournament fair victories and to all the spectators great impressions. Thank you. Слово предоставляется Михаилу Геразиевичу Мамиашвили. Спасибо огромное, уважаемый Виктор Александрович, уважаемая Наталья Алексеевна, уважаемые спортсмены, тренеры, специалисты, ну и, конечно, самое главное, уважаемые наши болельщики, которые любят борьбу, которые болеют за нас, которые помнят выдающего сына Сибири, великой нашей России, Советского Союза Ивана Сергеевича Ирыгина. В очередной раз гостеприимный Красноярск принимает гостей из всех самых-самых дальних уголков нашего земного шара. Я хотел бы им сказать отдельное огромное спасибо за то, что они в непростое время, очень морозное, нашли возможность для того, чтобы прилететь сюда, посостязаться с сильнейшими борцами. Ну и по большому счету получить старт уже к следующему четырехлетию, к следующим Олимпийским играм. Я хотел бы пожелать вам всем успехов, всем здоровья. Тяжелейший путь прошла мировая борьба. Но объединив усилия, ведомые примерами и неся колоссальную ответственность за наследие, которое нам оставили выдающиеся люди, граждане своих стран, в том числе Иван Сергеевич Ирыгин, мы справились, и я уверен, мы справимся со всеми вызовами, которые сегодня есть. Хотел бы пожелать вам успехов. Виктор Александрович, вам огромное спасибо за поддержку. Городу огромное спасибо, мэру города за поддержку, за популяризацию нашего вида спорта. И пускай на ковре побеждает сильнейший. Спасибо вам огромное. Dear all participants and dear guests of this fantastic event, I'd like to express words of gratitude to all the wrestlers who have arrived here in Krasnoyarsk in order to compete, in order to win medals. I would like to express my gratitude to the local authorities for the Krasnoyarsk hospitable land, the 28th time hosts this international tournament. The world wrestling has gone a very tricky way, but we are sure that we can combat and we can solve all the problems on our way. Thank you. 28-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при Иван Ерыгин объявляется открытым. Thank you.
Спасибо, Виктор Александрович. Спасибо, Михаил Геразиевич. И у нас есть еще одна почетная и ответственная миссия. Еще раз отметить особого человека. Член Бюро Международной Федерации «Общественный мир борьбы». Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России. Президент Попечительского совета благотворительного фонда поддержки спорта имени Ивана Ярыгина Наталья Алексеевна Ярыгина. Мы выражаем искреннюю благодарность и признательность за ваш вклад и поддержку спортивной борьбы. Наши аплодисменты для вас! Наталья Алексеевна Ярыгина! Торжественная церемония открытия 28-го международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при Иван Ярыгин завершена.